Некрасивых людей не бывает. Некрасивой бывает душа. Чья-то тело собой украшает, чья-то злоба убьет без ножа. Красота, как обертка конфеты, и, возможно, за нею обман. Развернешь, а съедобного нет. Или будешь от сладости пьян. А души красота не увянет. И потом, по прошествии лет, расцветет, заискрится, воспрянет. Это будет достойный ответ для обложек гламурных журналов, что учили красивыми быть. Хоть картинок красивых немало, только стоит ли фантик любить? А вокруг столько добрых созданий, что в душе неземной красоты. Вдалеке от крикливых компаний, а в сердечке... о счастье мечты. Без души мир себя потеряет за изменчивой модой спеша. Некрасивых людей не бывает. Некрасивой бывает душа.